Благоустроенное село, благоустроенная Махаля. Сегодня это не только улучшение дорог или внешнего облика, но и рост доходов населения, полноценная работа социальных объектов. И самое главное, адресная помощь, чтобы помочь выйти из списков железной, женской и молодежной тетради. Только тогда можно назвать Махалю благополучной. С 2018 года в рамках программы «Батхышлок и обод Махаля» улучшены условия в более 1000 махалях и селах. Материалы из Андижанской области. Обод Кишлок. Инициатива главы государства охватывает все больше отдаленных районов страны, меняя жизнь, принося комфорт инфраструктуры, социальных объектов, создание современных торговых зон, жилых массивов и домов. На карте обновления и Махаля Осуда Хайот, Джалакудукского района Андижанской области. После того, как наша Махаля попала в программу «Обод Махаля», произошли большие изменения. В нашем селе 4 улицы. Все инженерные коммуникации были обновлены, решен вопрос с обеспечением питьевой водой. Также были отремонтированы все дороги. Нас очень радуют такие изменения. Итак, здесь проложено свыше 3,5 километров внутренних дорог. В планах еще 3. Также ожидается прокладка свыше 2 километров линий электропередач, монтаж столбов, установка новых и ремонт уже имеющихся трансформаторов. Будет решен и столь важный вопрос с обеспечением людей чистой питьевой водой. За каждой цифрой, за каждым метром проделанных работ главная цель – сделать лучше, комфортнее, качественнее, в интересах живущих здесь людей.